Нормально, Новосиб прошли, едем дальше. Едем через сторону, это у нас получается Тюмень, Екат. О встречах, если что, буду сообщать заранее. Едем. Жара реально, как будто на югах едем. Ну а все остальное у нас хорошо. Все здорово. Сейчас будет скандал? Я нашел леденцы, называю под названием скандал. Ну, походу, на... Скандик. Это скандик. Вот, у нас все нормально. Уже какой-то долгий час в пути. Но у нас есть план. Что происходит? Чтобы побольше залезло? Нет. Все. Купи папе модные очки, а? Пожалуйста. Просто терминатор. А ты готов? В Тюмени, конечно, невероятная погода. Просто такое впечатление, что мы находимся в каких-то тропиках. Очень жарко. Чувствуется вот этот вот запах смога. Но, в общем, все равно у нас по-настоящему такая летняя погода. У нас скоро будет привал. Пора отдохнуть. Тоже столько времени за рулем провели. После такой дорожки нет ничего лучше, как сходить в горячие термальные источники города Тюмени. Это просто неописуемый кайф. О, вся таблица Менделеева там, короче. Ну почти. Состояние просто кайфовое. Я здесь был зимой. Серега Щербаков, Рама меня приглашали, Андрюха. И мы здесь, короче говоря, зимой купались. За зимой вообще сказка полная. Ну и сейчас очень хорошо. Поэтому место классное. Пацаны, спасибо. Кайф.